Тема моего выступления – мой успех в компании Life is Good. Вы знаете, у каждого в жизни есть ключевые моменты, которые кардинально меняют его жизнь. У меня такой момент был в декабре 2014 года, когда я первый раз поехал на семинар компании Life is Good в Казахстан, в Боровое, сказочное место. Мы выехали зимой, выехали в метель, и, проехав 150 километров, пробили колесо. Казалось бы, банальная ситуация, но у нас на Lexus не оказалось ни домкрата, ни запаски. Ехать 3500 километров. В метель мы стояли на трассе, под утро приехали друзья, привезли запаску, мы вернулись назад, взяли другую машину, выехали и, проехав 100 километров, вспомнили, что у нас нет доверенности, а ехать в другое государство. Поднимите, пожалуйста, руку, кто верит в приметы. Если бы я верил в приметы, я бы сейчас здесь, на этой сцене перед вами, не стоял бы. Вы не представляете, что я выслушал от своих попутчиков. Дороги не будет, Бог не пускает, возвращаться плохая примета. Узнал какие-то новые приметы. Но у меня была цель. У меня была цель, и я сказал, поедем в любом случае. Приехав на семинар с опозданием на сутки, мы все-таки поняли, о чем примерно была речь. Но 15 минут общения с нашим президентом мне хватило, чтобы я сказал, Роман, я с тобой. А дальше произошло. Дальше произошло то, что потрясло меня до мозга костей. Наш президент собирает директоров на совещание и твердо, четко, уверенно говорит, так, Анатолий Наливан, ты у нас с Башкортостана, будешь официальным представителем по республике Башкортостан. Валерий Андреев, ты у нас с Татарстана, будешь официальным представителем по республике Татарстан. Радик, ты из Самары, возглавишь Самарскую область. Я тогда сидел, балдел. Ничего себе, барин земли раздает. Вы знаете, мы тогда еще не верили. Мы тогда еще не верили. Но вера нашего президента, его четкое видение развития компании передалась нам. И он сказал, Радик, у тебя через месяц семинар в Самаре, я прилетаю, собираю людей. Куда собирать, на что? Нас никто не знает, о нас никто ничего не пишет, не поддерживает государство. В интернете даже негативных отзывов нету. Но я собрал на первый семинар компании больше 100 человек. В феврале месяце этого года в Самаре пройдет 50-й юбилейный региональный базовый семинар компании Life is Good. Не было ни одного месяца после того семинара, чтобы мы по какой-то причине его не провели. Один из важнейших секретов успеха – это настойчивость, это вера в свое дело. Четко идите к своей цели, верьте в то, что делаете, ни в коем случае не предавайте свою веру. Вера – это единственное противоядие от неудачи, это надежная точка опоры. Представьте себе, молодой человек в полном расцвете сил, успешный, авторитетный, президент Федерации самбо, депутат одного из крупнейших районов Самарской области, вдруг занялся сетевым маркетингом. Ну, вы знаете, у нас отношение к сетевому маркетингу в России. Я помню еще статьи в газетах, ищу работу, интим и сетевой маркетинг не предлагать. А знаете почему? И там работать надо. Родственники не понимают, а друзья крутят пальцем у виска. Работа в молодой начинающей компании еще не приносит больших денег. А то, что зарабатывается, вкладывается в поездки, в семинары. И тут ему поступает предложение
После окончания Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации стать чиновником. Зарплата 100 тысяч рублей, перспективы. Утром надо дать ответ, сами понимаете, такие предложения не всем дают. Это была катастрофа. Нужно было утром дать ответ. На одной чаше весов работа в какой-то, ну, еще пока непонятной компании. На другой чаше весов чиновничья должность с хорошей зарплатой. Это было, наверное, самое трудное решение в его жизни. Он выбрал сетевой бизнес. Он выбрал компанию Life is Good. И сейчас в день зарабатывает больше 100 тысяч рублей. Вы скажете, такое не бывает? Этот человек сейчас стоит перед вами на этой сцене. Я не знаю, что я приобрел бы, если бы я ушел на тот момент с компании Life is Good, но я 100% точно знаю, что я бы потерял. В компании Life is Good есть все. Высокие гонорары. Все мы приходим в бизнес, чтобы заработать деньги. Это нормально. Я знал, что буду зарабатывать деньги, но что я столько буду зарабатывать, я даже не подозревал. Но должно пройти время. Кто хочет быстрых денег, идите в сапожники. Второе – это путешествие. Благодаря компании Life is Good я уже полмира объездил. У меня сейчас не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы перечислить те страны, в которых я побывал. А в скольких еще предстоит побывать? Обучение. Вот это очень важно. Многие люди наивно полагают, что когда они перестают развиваться, обучаться, они просто останавливаются в своем развитии. Нет. Они медленно, но уверенно катятся вниз. У нас есть своя собственная обучающая академия MBA, которая повышает наше мастерство. Вы знаете, одним из таких фундаментальных критериев надежности и долговечности компании Life is Good является как раз то, что компания много времени, сил и денег вкладывает в обучение своих сотрудников. Скажите, пожалуйста, если бы Роман Василенко создал какую-нибудь компанию-однодневку, чтобы собрать деньги, стал бы он вкладывать сотни тысяч евро в обучение своих сотрудников? Конечно, нет. Дело в том, что у нас бизнес долговечный, мы его можем потом передать по наследству детям. Как сказал Генри Форд, та компания, которая вкладывает время и деньги в обучение своих сотрудников, эта компания обречена на успех. Life is good. Будь первым. Двигайся только вперед. Еще одним из надежных факторов успеха – это сила благодарности. Человек не может перейти на новый уровень развития, если не научится благодарить за то, что он уже имеет. Я благодарен своей команде. У меня в структуре более 2000 человек, 6 новых директоров и на подходе еще несколько директоров. Спасибо вам огромное, что пошли за мной. Я благодарен всем директорам за поддержку. Я многому от вас учусь. Спасибо большое вам. Я благодарен нашим бизнес-тренерам, кто проводит для нас обучение, особенно Андрея Свинцева. Вы лучший бизнес-тренер современности. Ну и, конечно, огромная благодарность своему наставнику, своему руководителю Роману Викторовичу Василенко за то, что он в 2014 году поверил в меня, за то, что дал эту возможность, за то, что я сейчас имею все, о чем только можно мечтать, и за то, что Роман Василенко четко, уверенно, как настоящий капитан, ведет огромный лайнер Life is Good к успеху. Если бы нужно было придумать название этому лайнеру, я бы назвал его «Непотопляемый». Life is Good!